1975 году было совершено одно из самых странных преступлений того времени. На Интере премьера. Господи, что с тобой? Здесь все проверили, никого не было. Информация была настолько шокирующей, что, как сейчас говорят, взорвала общество. Преступление, опережающее время. Когда преступники опережают свое время. Что это? Не знаю, что это такое. Не понял, это что? Черт, мы пока выясним, что творится, месяц пройдет. Сыщики должны опередить преступников. Все зависело от их таланта. Новый цикл «Вещдок, опережая время» с 8 марта в 21:00 на Интере.